Что это за шум? Мой господин, вы наконец приехали. Заступитесь за меня. Хэй Синьчжоу стрелял в меня. Синьчжоу, что произошло? Ментин, расскажи. Ничего такого. Просто недоразумение между мамой и братом. Недоразумение? Хэй Синьчжоу хотел пристрелить меня из-за какой-то певички. Если не поставить его на место, как мне продолжать вести домашние дела? Синьчжоу никогда не пренебрегал этикетом, как бы осмелился на непочтение. Господин Хэ, я ненароком обидела госпожу Хэ. Не гневайтесь на господина Синьчжоу. Стоит следить за словами. Только прибыла, и уже проблемы создаешь. Что еще ожидать от такой, как ты? Я не смею разрушать узы между вашим сыном и вами. Кроме того, жизнь никчемной певицы не так ценна. Я приму любое ваше наказание. Кем ты себя возомнила? Устраивай беспорядки в моем доме. Слушай приказ. Схватить ее. 40 ударов плетью и за порог. Скорее. Только посмейте! Она моя будущая жена. Никто ее и пальцем не тронет. Что ты сказал? Паршивец. Ты же мой сын. Как смеешь жениться на актрисе? Что тебя не устраивает? Я так хочу. Ты? Господин Хэ, Хэ Синьчжоу говорит так. Потому что на самом деле я беременна. Синьчжоу, голова кружится. Кто-нибудь отведите ее в мою комнату. Да. Ты хорошо все обдумал? Да. Свадьба через 3 дня. В таком случае, делай как знаешь. Дорогой, нет, так же нельзя. Дорогой, свадьба Ментина должна быть раньше. Он твой законорожденный сын. Госпожа Ян, возьмите это. Мазь подействует сразу же. Скорее нанесите ее. Спасибо. Получается, это комната Хэ Синьчжоу? Да. Господин сказал, что вам нравится бегония, поэтому он велел слугам сменить занавески перед вашим приездом. Хорошенько отдохните. Ты вернулся. Позволь помочь переодеться. Теперь довольна? Конечно. Кто откажется стать молодой госпожой влиятельной семьи? Сама честность. Мне хотелось бы знать, почему ты идешь наперекор отцу, женясь на мне? А может, ты влюблен в меня? Я Нанин. Для меня эта свадьба не более чем простая формальность. Не льсти себе. А вот и нет. Ты мог бы просто убить меня, но не сделал этого, ведь ты бесповоротно влюблен.
Твоя смелость растет. Если старик обо всем узнает, смерти не минуешь. Не беспокойся. Многое может произойти за 10 месяцев беременности. Ты все спланировала? Как бы я посмела? Я, Наннин, следует только твоему плану. Раз мы почти женаты, можешь звать меня по имени. Синджо. Что ты здесь делаешь посреди ночи? Не могла уснуть, вышла прогуляться. Я спрашиваю о том, почему ты все еще здесь? Произошедшего днем недостаточно? Кажется, ты еще не знаешь. Я стану любящей женой господина Синджо. Как это возможно? Ты просто певичка. И что же тут такого? Я без проблем могу случайно забеременеть. Под сердцем первый внук семьи Хэ. А я мать этого малыша. Возможно, даже стану заправлять домом. Заткнись, лгунья! Что такое? Ударить хочешь? Тебе лучше подумать дважды. Выбирай оппонента, учти, что он может быть гораздо сильнее. Я Наннин. Не зазнавайся. Запомни. Актрисы в этом доме долго не живут. Кое-кто пришел, спел, а после умер. Ты о ком? Этот человек намного известнее тебя. Не только в Юнчине, но и почти во всем Дзянбэе. О нем знают не понаслышке. Что ты видела? Как он умер? Не знаю. С ума сошла? Луин Си, что ты знаешь? Ты не в себе? Как его убили? Скажи мне. Говори, что тогда произошло. Просто скажи. Брат Синджо, помоги мне. Синджо, куда ты ушел? Проснулась, а тебя рядом нет. Потому пошла искать. Не ожидала столкнуться с госпожой Лу. Я по делам отлучался. Синджо, только что она... Уже поздно. Госпожа Минтин, возвращайтесь. Не доставляйте проблем. Пойдем. Быстрее. Ну же, не плачь. Ты в порядке? Спасибо. Осторожней.
Яна Нин. Кто же ты на самом деле? Паланкин прибыл. Анин, люди семьи Хэ говорят, мы должны дождаться Лу Юнси, чтобы церемонии прошли вместе. Не спеши. Пока есть путь в семью Хэ, я проявлю терпение. Господин, плохие новости. Что там? Невеста передумала? Госпожа Лу Юнси пыталась убить себя. Господин вышел. Господин Синджоу. Господин Синджоу, подождите. Да что с этим Хэ Синджоу? Кажется, свадьбы не бывать. То еще зрелище. А мне кажется, это все было обречено. Актриса, ставшая наложницей такой семьи, уже чудо. А тут еще и место супруги. Синджоу, зачем ты сел на самую свирепую лошадь? Нравится боль? Ничего страшного. Я же сумел ее приручить. Как-нибудь вместе прокатимся. Мне это не нужно. Я просто хочу, чтобы ты берег себя. Юнси, не плачь. Я обещаю тебе. Я сам позабочусь о себе и буду защищать тебя. Всю жизнь? Всю жизнь. Клятва нерушима на многие года вперед. Себе! Отравиться сегодня? Ради кого так старается? Специально нам все усложняет. Ты, проводи ее. Отправь в особняк Ли. Подожди. Мама, если Юнси лучше умрет, чем выйдет замуж за такого калеку, как я, зачем ее заставлять? Какого еще калеку? Выбрось эти мысли из головы. Ты законный наследник нашей семьи, будущий глава Юнчена. Ты заслуживаешь лучшего. Боюсь, отец уже давно так не думает. Невозможно. Быть не может. Пока я жива, место наследника твое. И ничье более. Госпожа! Госпожа, прошу, не умирайте! Госпожа! Госпожа, откройте глаза! Я пойду за доктором. Синджоу! Синджоу, останься! Синджоу, я думала, что не успею увидеться с тобой. К счастью, небеса сжалились надо мной. Правдоподобно. Что использовала? Синджоу, Синджоу, умоляю тебя, возьми меня с собой. Я поняла, что не могу без тебя. Жизнь без тебя не мила. Я люблю тебя.
余生要乱心事，枝头也滴血，只一滴泪没入鬓边。当风起花瓣摇落一枝，海棠却未结，镜中唇上胭脂点点。与故人一诺一生枷锁，心无助摩肩，隔着天山对望一眼。当回忆跌入梦魇，转醒你怀中安眠，惊醒几分美。